Ответственный день сегодня был у выпускников. 11-классники сдали обязательный единый государственный экзамен по русскому языку. Это самый массовый и один из двух обязательных экзаменов для получения аттестата. Результаты потребуются для поступления в любой вуз. В этом году заданий на одно больше – 26. Кроме текстовой части, необходимо написать еще и сочинение. У Муравленко в пункт проведения ЕГЭ во второй школе явились 227 выпускников лицея, один выпускник школы номер 3 и 28 студентов колледжа. На выполнение заданий 3 часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны 21 июня. Еще один массовый экзамен пройдет 14 июня. В этот день выпускники будут сдавать самый популярный ЕГЭ по выбору – обществознание.